Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале Владислав Шиндяпин. А сегодня я вам расскажу, как пополнить баланс интернета. А перед просмотром ролика не забудь подписаться на канал, лайк, подписка, колокольчик, все уведомления, а также оформляй спонсорскую подписку на канал. И сегодня я вам покажу, как пополнить баланс интернета. Допустим, у вас минусовой баланс интернета, да, у вас Wi-Fi, то есть Net by Net тот же самый. Вы заходите на этот сайт, Net by Net, ну, личный кабинет, это Wi-Fi у них, логинитесь, то есть логин и пароль ввели, все, зашли. Здесь вот баланс, он уже в минусе, но интернет еще работает до определенного случая, то есть там до 150-125 рублей в минусе. Вот, нам нужно пополнить, чтобы, допустим, рано или поздно не забыть, потому что когда мы забываем, лимит заканчивается и потом блокируется. То есть потом придется пополнить полностью баланс минус и положительный баланс тоже, чтобы был положительный баланс, чтобы на счету был не минус, а плюс. То есть нужно весь выйти из минуса. А так, до лимита мы можем пополнить любую сумму. Нажимаем «Оплатить». Карточка у меня уже привязана, потому что я эту карту уже оплачивал. Нажимаем «Оплатить карту», либо здесь вводите лицевой счет, сумму любую свою. Допустим, я там 50 рублей, допустим, вложу. А, нет, здесь от 100 все равно. Там 50 нельзя. Нет, здесь от 100. Ладно. Нажимаете «Оплатить». Сумму вводите. Операция выполнена успешно. Это банковская карта. Все, переходите и баланс пополнен. Плюс 73 рубля 42 копейки на моем счете. У меня тариф 250 рублей в месяц, 100 мегабит в секунду, входящая и исходящая скорость. У меня тариф отличный. Абонентская плата, вот 250 рублей в месяц. Также у NetByNet есть сейчас новые скорости. Сейчас я вам покажу, у них новые скорости появились. Да, все, свой счет получен. Тарифы. Это не тот сайт, значит. Вот они, у них скорости появились. Это не тот сайт. Вот он, официальный сайт у них. Для дома нажимаем. Что-то их много развелось. 100 мегабит в секунду. 500 рублей в месяц. Раньше стоил 600, сейчас 500 рублей в месяц, 100 мегабит популярно. И есть тариф еще 500 мегабайт в секунду с 900 рублей. То есть практически в 2 раза дороже, но скорость не в 2 раза, а в 5 раз больше. 500 мегабит в секунду, пол гигабайта с 900 рублей в месяц. Интернет. Также здесь у них добавлены 100 и 500, а здесь есть 250 мегабит в секунду стоимостью 700 рублей в месяц. То есть раньше я платил 500 рублей, потом ко мне пришел провайдер, который дешевле. Я позвонил своему провайдеру и сказал, что типа либо вы переделаете дешевле мне, либо я прихожу на другому пару провайдеру. Мне сказали, мы сделаем скидку 50%. Мне сделали скидку 50%, чтобы я не уходил от них, так как я с ними уже очень давно. Вот. А можно за 250 мегабит в секунду 700 рублей в месяц. В принципе, это недорого, 700 рублей в месяц. Так как раньше мы можем подумать, что мы платили 500, не переходя на эту скидку. Мы платили 500 за 100 мегабит, всего лишь доплачивали, доплатив 200 рублей, мы могли получить скорость 250 мегабит в секунду. Это очень быстрая скорость. А сейчас, так как у нас скидка 50%, 250 рублей в месяц за 100 мегабит, то мы, получается, в разы дешевле. Если сейчас 500 рублей это стоит, то доплата уже будет стоить не 200 рублей.
Поэтому пока цены еще не упадут у них, еще неизвестно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Лайк, подписка, колокольчик, все уведомления и до скорого.